Всем привет с Заполярного круга, Заполярья. Сегодня состоялся концерт, состоялась премьера гимна «Я вот как Дед Мороз». И я безумно счастлив, потому что всем понравилась песня, гимн, который я написал для Ямала, для Северного Тазовского района Ямала. И завтра состоится концерт на улице, и я очень надеюсь, что он состоится. Но вот такая метель. «Родина белых вьюг». Недаром я так назвал эту песню, потому что действительно здесь живут люди снега. Они просто обожают эту землю, и я их очень понимаю. У меня особое чувство снега, вот именно чувство снега. Его можно любить, его можно вот ощущать, чувствовать. И здесь сугробы, твой рост, и я счастлив находиться здесь. Я влюблен в северную часть России. Мне очень близка по духу северная часть, традиции. И, в общем, замечательные этносы здесь живут с удивительной культурой. Вот хотел вам рассказать о том, как прошел сегодняшний день. И я безумно этому рад. Вот так вот метет, метет метель. Опять тень мается голубой в темноте. Такие дела.